суток, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео. Видео, которого, по-моему, давно не было на канале со времен новогодних праздников. Это видео о покупке лошади, а точнее, это будет серия из нескольких видео о покупках лошадей. Да, у меня появилась возможность, я положила себе СК, так как... У нас ивент, который заканчивается уже в среду. У нас 5 лошадей, и я хотела себе купить 5000 СК, но тут славы разрабам они сделали удвоение, поэтому покупка старкоинцев была для меня не тягостным временем, а радостным событием, которому я до сих пор очень-очень-очень рада. Я хотела скупить этих всех коней сразу. Да, я знаю, я и так сижу на сером лепицане, и эти 3 лепицана тоже серые, и по сути они, ну, ничем не отличаются. Эти 2 похожи на моего лепицана. Лепицан в гречку похож на все равно, что светло-серый лепицан, стоящий Форт Пинто. Но нет, ребята, они для меня все каждый разные. Они все... Для меня это все равно, что вообще не похожих друг на друга коня. Вот. И 2 лузитана. Я вначале, когда увидела картинки, я думала, что, о, я точно куплю светло-серого, ну, то бишь, гречку лузитана, шоколадного лузитана, темного лепицана, вот этого, и, возможно, вот этого. Но когда я их увидела все, я поняла, что я не смогу сдержаться, и я куплю все. Тем более, волшебная фраза разработчиков, да и вообще всего мира волшебная фраза, это... Возможно, они больше не появятся в игре. Стоит добавить эту фразу ко всему угодно, это все сразу скупится. В этом-то и прелесть, кстати, Японии. Там везде эта фраза присутствует. Серия ограничена тираж, поэтому все как бешеные бегут покупать. Но мы не в Японии, мы в Star Stable. Даже не на японском сервере, поэтому сегодня будет покупочка одного из этих красавчиков. Ой, девочка, уедь, пожалуйста, я тоже хочу Чинкатинг, но у меня есть цель. Пока что не выпустили ту масть, которую я хочу, поэтому сколько бы они тут ни катались, я не дернусь с места. Так, значит, давайте посмотрим. Каждая эта лошадь стоит 949 СК. У меня, как видите, почти 10500 СК. Вот. Так что я куплю этих 3, и вот пока я их всех не докачаю до 15-го, больше... А, нет, нет, вы еще увидите от меня одно видео до, не помню какого, 24 мая, что ли, видео. Ну, посмотрим. Так, я даже не знаю, кого купить. Вообще, я знаю, я долго думала, ходила, я хочу купить того, кого я вообще не предполагала покупать... Потому что если я куплю сейчас того, кого я очень сильно хотела, я могу случайно забыть про всех остальных. Поэтому начнем с последних мест, скажем так, в рейтинге из этих 5 коняшек к первому. В течение нескольких дней, ну, не 5 дней подряд точно, у меня нету времени столько, чтобы 5 дней подряд снимать видосики так. Ну, хотя посмотрим, может быть получится, может быть и нет. Ну, в общем... Будет 5 видосиков о покупочке каждой из этих лошадок. Почему не все сразу? Потому что я хочу насладиться каждой из этих лошадок. Там, если скупаете кучу лошадей сразу, вы можете забыть про них напрочь и даже не насладиться ими. Они просто будут стоять у вас в конюшне, а потом вы дернетесь смотреть, сколько у вас лошадей, и вы поймете, ой, а я забыла вообще про них, а их еще качать надо, да? Вот это проблема. Поэтому... Тан-тан-тан-тан-тан, сегодняшняя покупочка будет вот эта девочка. Я не знаю, я смотрю на эту лошадь, и я вижу кобылку. Причем вот кобылку, такую хорошенькую, игривую именно. Потому что обычно у меня все кобылы, они такие небележные, точнее, либо нежные, либо спокойными характерами. А эту кобылку я вижу именно такой игривый, слегка хулиганистый. И я не знаю почему. Ну, просто вот так вот я ее вижу. Да, извините, что снимаю вечером. Раньше в игрушку зайти у меня не получилось. Поэтому по максимуму постараюсь либо оставить все как есть, либо буду при монтаже высветлять что-то. Ой, давайте почитаем. Я когда последний раз покупала своего лепицана? Почти год назад, что ли? Лепицанская — это элегантная лошадь, обладающая естественной способностью выполнять сложные движения. Хорошо подходит для классических упражнений в высшей школе и выездки в целом. Знаменитая испанская школа верховой езды в Вене имеет только лепицанских лошадей в своей конюшне.
Но все понимают, что сложное движение это имеется в виду свеча, которая делает именно только на лепецианских лошадях. Так, сила 3, дисциплина 2, гибкость 2, скорость и выносливость по нулям. Ограничение по уровню 9. Но для меня это не страшно, я 20-ник, мне можно все. Как-то странно позвучало, но ладно, покупаем. У меня было какое-то имя в голове, но я его уже успела забыть. Оно какое-то... Ангел вроде бы. Нет, не ангел. Ну ладно, оставим пока что ангел. Верный, веселый, весенний, вечерний, воздушная... Вот что-то такое вот, воздушный ангел. Нет, алмаз, воздушный алмаз. Почему на А больше ничего нет? Ваниль, Вера, нет. Восход, вьюга, восход у меня уже есть, глаз, герой, гвардия. Душенька, нет, душенька тоже есть, дух тоже есть, забава, кажется, тоже есть. Плохо помню, звездочка, это не то, искра... Воздушная искра. Нет, 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 нет. Комета. Конфетка, копыта, королева. Ласточка. Воздушная ласточка. Вот у меня была ассоциация с пером, кстати, но... Воздушная ласточка. А давай ты будешь у нас воздушной ласточкой. Мне нравится. Покупаем. Поздравляю с тобой лошадь, Ю. Твоя новая красивая лошадь переводится в твою домашнюю конюшню. На-на-на-на. Как давно я этого не испытывала. Просто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, потом случайно, правда, бы ее еще раз не купить. Поедем же в конюшеньку. Просто радость, 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 радость. Ох, прям этот восторг. У меня щеки горят. Как давно, как давно. Радости нет предела. Сейчас слезки потекут. Давай грузись, пожалуйста. Я уже не могу. Я хочу ее поскорее увидеть. Я не могу уже. Всегда-то, когда истерика, она долго грузится. Ух, ребята, это то, что нас всех объединяет в Star Stable, это чувство, когда покупаешь себе лошадь, или когда оплачиваешь себе Star Rider. Не, ну серьезно, чё так долго, я не могу уже ждать. Star Stable, давай, нагрузись. Пожалуйста, пожалуйста. Не, ну чё ты, я не могу так долго ждать-то. Что это такое? Кстати, всегда почему-то, когда покупаешь лошадь, она очень долго потом думает. Очень долго. Наконец-то. Слава тебе. Лагает-то как? За что ты так со мной? Все, бежим, 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 бежим. Все, теперь загружаемся здесь. Почему так долго? Так. Ой, у меня уже истерика. Так, где моя лапочка? Где? А где она? А где? Вон она стоит. Вон она, моя хорошая. Божечки, у тебя хорошенько. На. А я знаю, почему она мне в сердце запала. Розовый нос. Если у лошади розовый нос... Ой, я случайно... 80% вероятности, что Даша ее купит. По-другому не бывает. Почему меня так задевают розовые носики лошадок? Я не могу. Что за слабость? Это ненормально. Я всегда думала, что у меня будет как у еще какой-то ютуберши по Star Stable, у нее сколько там, ну, у нее очень много фризов, и она в каком-то своем, в своем видео говорила, что куда ей столько фризов. Я думала, что у меня тоже когда-нибудь будет много, к примеру, мустангов или еще кого-то, но у меня будет дофигища лепецианов. Хотя нет, у меня
Мустангов столько же, по-моему. Ну-ка, если бинты. А ну-ка. А разницы, кстати, нет, что она в бинтах, что не в бинтах. Но нам нужно посмотреть, я во всей красе без бинтов. Ой, господи, какая же ты хорошая у меня девочка. Я не вообще, я последний раз так кайфовала от липицианов, когда своего покупала. Вроде я потом к ним остыла, что не так? Какая я коняха. Какая ты хорошая, я не могу. Ну, разрабчики, ну поправьте это, я вас прошу. Ой, такая хорошенькая девочка, вообще, я сейчас заплачу. Так, пойдем пойдем смотреть причесочки. Потому что причесочки... Потому что я очень немногим лошадям оставляю прически такие, какие они есть. Вот. Поэтому едем сейчас, наверное, на ферму Стива. Ой. Девочка такая... Серьезно, что со мной не так? Похоже, у меня что-то в голове перещелкнуло. Я вроде никогда больше липицанов себе не хотела. Ну, над белым думала, но думала, что я лучше куплю белого лузитанчика, чем липицанчика. А тут такая девочка прям... А, лагает-то все. Лагает-то как? Ладно, встретимся, когда я приеду уже куда-нибудь, где можно... сделать им прическу. Так, вот я и на месте, я приехала, пока я сюда ехала, у меня уже успела случиться фотосессия для этого видео и вообще, потому что она так бежала, и я прям восторгивала. Так, я даже не знаю. Длинную гриву я обычно делаю вообще на редко, исключение на каких-то лошадях я делаю длинную гриву длиннее, чем обычно. Вот, но на этой девочке я не хочу ее делать. А на ком же я длинную гриву делаю? А, на тракенинских вроде бы. На тракенинях. Так, шишечки. Ну, шишечки я даже не знаю. Но вообще вот липицаны всегда круто с шишечками. Но что-то как-то вот на ней я этих шишечек не вижу. Ее хочу, наверное, видеть вот с такой короткой гривкой. Да, хочу вот так вот. Ну-ка. Во. Вот так вот мне нравится. Очень даже нравится. Очень-очень нравится. Ай, как я рада, как я рада. Вечер, в игрушке никого почти что, тишина. Замечательный ивент, который, к сожалению, скоро закончится. Замечательные лошадки, которых я должна успеть купить. У меня есть возможность их купить. Ой, ребятушки, спасибо, что вы были со мной в этом видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите покупочки следующих лошадок, которые будут в скором времени. Возможно, даже уже завтра будет следующая покупочка. Это одна из новых лошадок. Вот с вами была я, Даналия. И моя новая лошадка, воздушная ласточка, которую я уже безумно очень сильно люблю и жажду начать ее уже по-быстренькому прокачивать. Мы вас любим. Удачи вам. Пока-пока.